Помогать людям – вот к чему стремилась Левиза Бондаренко с самого детства. При этом любила учиться. Биологию и химию в школе всегда сдавала на отлично. В 2005 году я закончила школу. Вот как-то мне так захотелось в медицину. В роду у меня медиков нету. Я подошла к папе, попросила его: давай съездим в медицинский колледж, посмотрим, что есть. Поехали мы в Симферополь. Крымский медицинский колледж. Сестринское, акушерское или фельдшерское дело. На чаше весов перед будущей студенткой было три направления. В итоге предпочтение отдала акушерству. Вот я люблю детей. Вот мне просто хотелось работать в роддоме, присутствовать на родах, участвовать в родах. Я поступила на акушерское дело, отучилась 3 года. Но сразу в родильное отделение устроиться не получилось. 8 лет проработала медсестрой в Симферопольской психиатрической больнице, а уже после устроилась в приемное отделение Бахчисарайской. Мне очень понравилось, я первое время боялась. Но оказывается, нет, каждому больному надо свой подход. Любимое дело и дружный коллектив. Центральная Бахчисарайская больница для Левизы Бондаренко стала вторым домом. Здесь вы не поверите, но мне здесь очень понравилось, особенно вот эти вот экстренные неотложные помощи, которые, ну, очень много нюансов, которые какие бывают больные, агрессивные, неагрессивные, тяжелые, не тяжелые, ну, я не могу просто это передать. Мне очень понравилось здесь и нравится, и в будущем я как бы так отсюда не хочу уходить. Пандемия внесла в жизнь нашей героини свои коррективы. Почти 2 года Левиза Бондаренко помогает пациентам в ковидном госпитале. 12 часов непрерывной работы, график дежурств, сутки через трое. Все как вот по инерции уже мы знаем. Первое время мы не знали, как костюм одевать. Мы пока их научились одевать, сизы этот. В данный момент мы уже знаем, вот быстрее по инерции оделись, выбежали, приняли больных, вышли. В принципе, уже нормально. Не так уж и тяжело, не так уж и страшно. Всему человек привыкает. Профессия, выбранная по зову сердца, медицина для нее больше, чем работа. Сейчас здоровье пациентов и забота о них – главная задача медсестры. Одолеть благородный, но непростой путь медицины под силу не каждому. Врачей и медсестер можно смело назвать героями нашего времени. Ну а в планах у Левизы Бондаренко покорять новые вершины науки, совершенствовать себя и набираться опыта. Лилия Ислямова, Асан Ибрагимов, телеканал «Милет», Бахчисарай.